Привет-привет, ребята, с вами Конфетки ТВ. И сегодня у меня для вас вот такой вот игровой набор пластилина Play-Doh. Игровой набор под названием My Little Pony. Давайте с вами откроем, посмотрим, что есть внутри. Внутри у нас сам пластилин Play-Doh. И аксессуары. Наши пони. 4 штучки. Вот такой вот ножик. Вот такая вот палетка. Вот все, что у нас есть в этом наборе. И сегодня мы с вами будем делать пони-искорку. Вот такую вот красивую пони. Давайте поскорее начнем. Ну что ж, давайте приступим. Я уже приготовила пластилин. Давайте делать фигурку нашей пони. Положим нашу пони. Уберем лишнее. Давайте открывать. Вот такая красивая пони у нас получилась. Уберем лишнее. Сейчас будем с вами ее украшать. Ну что ж, давайте сделаем ей гриву. Для гривы я тоже уже приготовила пластилин. Добавим еще пластилина.
сделаем ей хвостик. Теперь возьмем розовый пластилин, сделаем ей звездочку. Так, теперь мы с вами сделаем ей глазки. И добавим еще немного гривы, сделаем ее более роскошную. Вот такая грива у нас и хвост получилась. Давайте сделаем украшение для нее. Вот такой цветочек. Посмотрите, какая красивая она у нас получается, нарядная.
Вот такая вот красавица пони у нас получилась. Пони Искорка.